Белых яблоков возник, эпилепсии строги. Освещение на входе, добрые темные очки. Прохожу 4 метра, зацепит горячий джин. Я заранее скажу, сегодня я непобедима. У меня красивый мир и красивые красотки. Полетаешь, и мы встречу мимо всех без остановок. Сквозь неведомые танцами у черных дьяволят. И за мной не мастер ловит, долетит колотный взгляд. Квадрат за квадратом тонет в каждой голове. Разливается по телу, поднимается наверх. Квадрат за квадратом тонет в каждой голове. Разливается по телу, поднимается наверх. Выхожу из берегов, вылипаешь через край. Вместо бесполезных слов. Я ослепла и теперь никому не удержать. Словно этот чужий зверь. Выхожу из берегов, вылипаешь через край. Вместо бесполезных слов. Я ослепла и теперь никому не удержать. Словно этот чужий зверь. Очень имел, гордился.
тут такой ставил? Это Николай Рептайл. Бесконечно, быстротечно говорили. Счета, кости, игра хвостом. Вот такие гости. Но глохли звуки, исчезли духи. В оранжериях летали феи. И сделались рога острее. Ведь мое сердце не билось быстрее. Иногда ко мне приходит друг. Он любит шутить шутки тонкие, как игла. Все бы было ничего, ведь он творит добро, но желая зла. Иногда ко мне приходит друг, он любит шутить шутки тонкие, как игла. Все бы было ничего, ведь он творит добро, но желая зла.
этого города все запасные выходы и входы. Знаю, улетаю, рывками глотаю свободу на каждый тупик. Этого города все запасные выходы и входы. Знаю, улетаю, рывками глотаю свободу на каждый тупик. Этого города все запасные выходы и входы. Знаю, улетаю, рывками глотаю свободу на каждый тупик. Этого города все запасные выходы и входы. Знаю, улетаю, рывками глотаю свободу на каждый тупик. Этого города все запасные выходы и входы. Знаю, улетаю. Этого города все запасные выходы и входы. Знаю, улетаю, рывками глотаю свободу на каждый тупик. Этого города все запасные выходы и входы. Знаю, улетаю, рывками глотаю свободу на каждый тупик. Этого города все запасные выходы и входы. Что голос, записанный заранее, в итоге включится самостоятельно и в нужном месте. Не верите? Теория заговора, анатомия протеста. Вам хватило здесь памфлета, манифеста? Вот видите, все честно. Весь в кусках, в мертвецком состоянии. Попасть домой, подбросить до дома. Подать сигналы в раскороченный дисторшен домофона, что он внизу, что он живой. Принятие решения. Отложить.